Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Приехал я в лес собирать грузди. У нас были сильные ливни. И вот маленько перестали. И я решил приехать. Вот такие мои первые находочки. Видите, как они растут? Так растут грузди на Южном Урале. Я вам показывал уже. Смотрели вы. Вот еще раз покажу. Вот эти уже большие. Посмотрим сейчас их. Будем ходить собирать. Чего увижу, покажу вам. Собирать, конечно, их интересно. Их вот и не видно. Вот так вот, где найду большой, потом сажусь и смотрю. Вот видите, вот так вот он. Вот, вот такой чистенький после дождя. Вот так вот их и ищешь. Смотрите, какую парочку нашел. Молоденькие. Наверное, хорошие. Сейчас посмотрим. Ну вот вроде маленькие. А этот уже плохой. Тут маленький возьмем, чистенький. Хорошо, что-то не попадается. Ну вот вроде нашел. Сейчас посмотрим. Да. Грибочек. Ага, тут нету. Ну нет, вот один. Взглянем. Вот посмотрите, какой гриб вымахал. Громадный. Мухоморики. И вот этот стоит. То ли зонтик, то ли поганка. Сейчас я вам покажу его. Такой вот он. Вот он. Ну, громадный. Ну, кто знает, подскажите. Интересненький, конечно. Что только в лесу не встретишь. Полно всяких грибов. Собираю грузди. Ну, я от боровиков не отказываюсь. Посмотрите, какой красавчик маленький. А этот такой большой рос рядышком. Хороший. Берем. Ну, не проехал я 20 метров. И вот снова белый. Любят они на дороге расти. Вообще чудесный. Такой лес у нас. Вот в нем еду по такой дорожке. Вот там мухоморочек растет. Так вот. Вот такие грибочки я встречал. Интересные такие. Красивые. И вот много на поленке. Молоденькие. Не знаю, как они зовутся. Ну, украшение леса. Вот решил пробежаться по белым. Был здесь недавно, собирал. Здесь какой мухоморина. Ух! Вот. Иду. Вроде заметил. Небольшой. Такой. Вообще.
знает, там где мухоморы, там и белые. Сейчас мы его посмотрим. Посмотрите, какое такое маленькое оножко. Ну супер. Интересно, какой он будет. Вот видите, какой пенек громадный. Вот такие раньше деревья росли. Ну старый он уже, древний. В таком лесу. Темном, при темном лесу. Да не буду я вас пугать. Друзья мои, все хорошо. Идем. Такая елочка большая. Под ней вот такой грибочек. Красивенький такой. Ну что-то похож на из породы. Сыроежек. Вот такой вот грибок. Смотрите, какие я нашел. Белые. Громадные. Ну, даже срывать не буду. Пусть стоят. Бесполезно. Ну, я в шоке. В хорошем смысле. Начал перемешаться. Ищу грузди. Все конкретно поехал за груздями. И вот мне начали попадаться белые. Значит, я их начал собирать. Как от них не собирать? Там 4. Вот один. И вот. Красавец. Громадный. Ну, я доволен. Очень. Голову поднял. И посмотрите, какой стоит. Ну, это вообще на пол ведра. Вот это да. Здоровущий. Ну, это что-то. Вот какие они вырастают. Ну, но он хороший, видно его. Ну, ножку этой громады идеальная. Там посмотрим. Вот так они смотрятся. Ну, красота. Посмотрите. На одном месте вот такой улов грибной. Это надо же. Здорово. Возвращаюсь я уже домой. А они белые боровики так и гонятся за мной. Но я этому рад, конечно. Доволен. Вот еду. Попадаются рыжики. Но после белых я еще отойти не могу. Сейчас смотрю маленькие грузди. Но после белых, значит, никак адаптироваться я не могу к этим. Но сейчас возьмем. Тут их несколько штук. Вот такие белоснежки стоят. Ну, тоже не знаю. Такие они красивенькие. Но никто их не собирает. Наверное, ядовитые. Ну, красотули. Ободочек вроде есть. На ней. Да, что-то есть. Вот такой боровичок. Супер стоит. Красавчик. Берем? Берем, а почему бы нет? Вот ходим, ходим. Чего-нибудь находим. Посмотрите, какая парочка груздей.
Вот здесь вот еще должен быть один. Да, видите? Вот. Тут нету. И. Вот здесь я что-то вижу. Такая поляночка. Сейчас мы их посмотрим. Собираю грузди на боровики. Так за мной следом и идут. Но я их тоже беру. Ну, как не брать такую красоту? Смотрите. Там два. Тут четыре. Вот пятый спрятался. Видно, все хорошие. Довольно-таки еще молодые. Наберем. А вот это, друзья мои, грибочки называются скрипуны. Они похожи на грузди. Ну, прям идеальные вот они. Но они чуть светлее. Они, в общем-то, съедобные. Но они всегда чистые. И корешок у них горький-горький, как перец. Я вот сначала взял их, посмотрел, потом что-то сомнение взяло. Чуть-чуть попробовал. Ну, все горит. Ладно, водичка с собой всегда. Так что имейте в виду. Ну, их можно, ребят, спишу вроде. Вываривать долго. Лучше нам не надо. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной в моей поездке за грибами. Посмотрели это видео до конца. Подышали уральским воздухом. Пособирали мы грибы. Показал я вам, как растут грузди. Показал скрипунов. А также море боровиков. Всем пока. С вами был Владимир. Всем мира и добра.